Итак, погружаясь в новую тему, в рамках математического анализа мы сейчас с тобой изучим бесконечно малые, бесконечно большие последовательности. Введем понятие бесконечно малая, бесконечно большая последовательность. Да? Итак, обратите внимание, что я на шестом слайде. Да. Вот. Итак, что же такое бесконечно малая, бесконечно большая последовательность? Введем понятие еще буковка эпсилон. Расскажи мне, пожалуйста, что такое буковка эпсилон? Я не помню. Смотри. Название помню. Да, вот ты видишь, что я пишу? Да. Хорошо. У нас есть последовательность. Назовем ее, допустим, АН. Я могу как захочу назвать. Могу назвать XN, могу АН, например. Назовем последовательность АН. И последовательность АН – это бесконечно малая последовательность. Да? Что значит бесконечно малая? По сути, последовательность, которая у нас стремится к нулю, является бесконечно малой. Последовательность, которая стремится к нулю, является бесконечно малой. А последовательность, которая называется бесконечно большая, это последовательность, которая у нас стремится к бесконечности. Вот, вуаля. То есть, таким образом, мы с тобой вводим дополнительные еще свойства последовательности. Если до этого мы изучали с тобой понятие ограниченное и что там у нас еще было? Постоянное, да? Постоянное. То мы еще добавляем два термина. Мы добавляем еще туда последовательность является бесконечно малой, и последовательность является бесконечно большой. Сейчас я тебе покажу, что такое бесконечно малый, бесконечно большой. Я пока прочитаю, пожалуйста, определение. Прочитай, пожалуйста, определение мне. Последовательность АН называется бесконечно малой, если для любого положительного числа, как это называется, число, что это? Если для любого положительного числа эпсилон, повторяем. А, это и есть эпсилон. Да, это наш родник, я тебе объясню, это сейчас что такое? Эпсилон. А мы сейчас сюда запишем. Существует номер N такой, что при N больше N большого выполняется неравенство АН меньше, чем эпсилон. Ага, так. Да. А n меньше, чем эпсилон. Последовательность xn называется бесконечно большой, если для любого положительного числа а существует номер n такой, что при n маленькое больше n большого выполняется неравенство xn больше а. Угу. Так, сейчас, подожди, есть мысль. Так, так n. Угу, так. Таким образом, я имею право уже потихонечку вводить понятие предела, потихонечку, да, если наша последовательность стремится к нулю, у нас является бесконечно малая последовательность, мы называем это BB, BB бесконечно, BM бесконечно малым называем эту штуку, BM, когда мы к нулю стремимся, BM, бесконечно малая последовательность, да, и бесконечно большая последовательность, сейчас мы ведем еще понятие бесконечно большая, и перед тем, как мы ведем это, я должен тебе объяснить, что такое вообще эпсилон, да? Да. Таким образом, бесконечно большая последовательность, это тогда, когда мы стремимся с тобой уже к бесконечности. По сути, можем с тобой попробовать ввести понятие предела. Напиши внизу буковку лим. Лим, n стремится к бесконечности, а n равно бесконечность. Лим. Мы лим пишем, кстати, буковку небольшую, мы пишем буковку лим как палочку маленькую. Так, так? Да, мы не пишем так лим. Нет, мы не. Это ты как француженка мне пишешь, а надо просто как палочку. Да, просто как палочку лим, вот так мы пишем. Да. Вот лим, хорошо. Лим. Да, это значит понятие предела. Потихонечку мы сейчас вводим понятие предела, да? Вводим понятие предела, да? Соответственно, и что я хочу рассказать? У нас AN, да, здесь вот AN, где A это индекс, N это индекс у нас каждого AN числа. Да. Мы должны в индексе должны пробежаться AN. По сути, круглые скобочки здесь визуально можно не указывать. По сути, можно круглые скобочки здесь не указывать. Иногда это даже опускается, да? Иногда даже вот математики опускают круглые скобочки. Но можно для красоты делать. Где обязательно N должно кому-то стремиться. Запомни, что если N никому стремится, это значит не предел. N должен кому-то по-любому стремиться. По-любому. В данном случае у нас n стремится к бесконечности. То есть, таким образом, мы вот этот вот an, он у нас пробегает в цикле до бесконечности. Видишь, у нас индексы бегут. Смотри на экран, смотришь на экран. Сюда смотрим. Везде, конспект идет только здесь. Смотри. А потом мы переписываем конспект с доски. Смотри. А, предел n стремится к бесконечности. Вот эта штука должна куда-то быть стремиться по-любому. Если этой штуки не будет, то предел вообще не существует, короче. Мы не, вот. Вот эта штука должна куда-то стремиться. Она обязательно внизу. Это самая важная часть вообще. Читается так. Предел
АН при n стремящихся к бесконечности. Предел АН при n стремящихся к бесконечности. АН при n стремящихся к бесконечности. Да, бесконечность. Хорошо. Это предел равен бесконечности, и мы говорим, что это бесконечно большая последовательность. Это уже ББ. ББ бесконечно большая. Если там БМ, то это ББ. Вот, хорошо. ББ у нас стремится к бесконечности. Хорошо. БМ у нас стремится к нулю. Далее. Таким образом, смотри. Вот у нас здесь опять есть какой-то эпсилон, да, появляется. Каждый АН у нас меньше эпсилон. Что же такое эпсилон? Эпсилон, получается, это у нас такое условное обозначение в математике. Это очень маленькая величина, которая стремится к нулю. Сейчас напишу. Эпсилон у нас маленькая величина, которая стремится к нулю. Она, это не константная величина. Для каждой математики она своя. Она, по сути, подбирается в задачу. А сейчас тебе напишу, что такое эпсилон. Оно, по сути, определяется в зависимости от задачи. То есть мы можем сказать, что эпсилон это, допустим, 0,1. А кто-то скажет, что эпсилон это 0,01. Кто-то скажет, что эпсилон 0,001. Неважно. Это что-то маленькое. У кого-то эпсилон, это может быть, прости, пожалуйста, в зависимости от масштабов. Эпсилон может быть 100? Это от задачи. Это от задачи. Там, по сути, эпсилон такой большой не может быть, но эпсилон обычно что-то маленькое, какая-то величина. Это может быть единичка, может быть 0,01, что-то маленькое, короче. Вот, это не очень большое что-то. Поэтому эпсилон подбирается в зависимости от задачи. Она может быть разная, варьироваться, эпсилон. Далее, хорошо. А сейчас давай введем понятие эпсилон. Сейчас пока что у меня, видимо, не загрузилось здесь ничего. Давай я сейчас секундочку просто скопирую тебе вот это и вставлю здесь. Можно так даже ругаться, ты эпсилон для меня. Да, таким образом, хорошо, смотри. Введем понятие эпсилон, пожалуйста, вот. Эпсилон символ в математике означает малое положительное число, близко к нулю, используя для определения пределов, неравенства и так далее, да? Положительное число. Положительное, да. Близкое к нулю. Ну, что-то маленькое такое, короче, там, что-то маленькое. Может быть, когда говорят, что эпсилон равно единице, иногда говорят, что эпсилон равно единице, да? Это в зависимости от задачи, это все подбирается в зависимости от задачи. Эпсилон это не константа, это всегда динамическое число, запомни это. Какое-то абстрактное число, хорошо, для каждой математики оно свое. Далее. Следующий момент, переходим к следующей теме, да? Переходим к следующей теме. Бесконечно мало, бесконечно большие мы ввели. Бесконечно большая у нас это равно бесконечности. Бесконечно мало равно нулю, да? Соответственно, да. Что, бесконечно малая последовательность, это что за последовательность? Мы можем считать, что 1 делить на n это бесконечно малая последовательность? Да. Да. Она стремится к нулю, потому что она стремится к нулю. Да, потому что предел 0. А 1, 2, 3, 4, 5, 6 это до бесконечности? Подожди, но разве она однажды разделится так, что будет 0? И всегда же будет 0, 0, 0 с хвостиком. Она дойдет рано или поздно близко к нулю к числу. У нее там 1, у нее будет 0, запятая миллион нулей, и там будет единичка на конце. И да. Это уже считается все равно 0. Но она, она не считается как бы чистым нулем, она считается стремящейся к нулю. Стремящейся к нулю. Стремящейся к нулю. Да, предел у нее 0. То есть, а число предела является пределом. Она, по сути, до него пытается достигнуть, но не достигает. Но иногда говорят, что достигает. А, стой, стой. Последовательность не достигает своего предела. Она к нему всегда стремится. Да, она стремится, но не достигнет его. Но некоторые математики считают, что она достигнет предела, потому что когда число у тебя приближается, когда у тебя миллиард нулей уже идет, там, они говорят, что это примерно уже ноли есть. Но я не согласен с этим. Не согласна, даже вот чисто субъективно. Короче, ты не дойдешь до предела никогда в жизни. Ты никогда не дойдешь до предела, никогда в жизни никогда не дойдешь до него. Никогда в жизни ты не дойдешь. У тебя единичка никогда не пропадет. У тебя она как была, а там в конце где-то хвосте. Она так и останется всегда в хвосте. Прости мне, пожалуйста, да. Дурацкий вопрос. То есть, получается, это последовательность, где увеличивается количество нулей, но единица всегда в хвосте, она же не ограничена. 1 делить на n, это у нас бесконечно малое. А там А2 в степени нет, это у нас уже бесконечно большая последовательность. Мы вводим еще дополнительные свойства последовательности, да? 1 делить на n бесконечно малое, а 2 в степени n это бесконечно большая последовательность, да? Вот, хорошо, то есть к нам, к тем терминам, к ограниченным и к неограниченным, еще и 2 прибавилось термина, да, бесконечно малое, бесконечно большая. Идем дальше, следующий слайд. Так, идем дальше, следующий слайд. Седьмой слайд. Так, смотри, я думаю, что пора стоит проговорить про теорему о связи бесконечно малых, бесконечно больших, это очень важно. Итак, теорема о связи. Итак, введем понятие теорема связи. По сути, она нужна так больше для эстетики. Учить ее особо не надо. И ее просто нужно понимать, да? Вот, если у нас xn бесконечно большая bb, если xn бесконечно большая последовательность, xn у нас не равен нулю для любого n. Вот эта запись считается, как если мало, если очень маленький шрифт, я тебе могу здесь помочь сейчас x делить на n. Х делить на xn, где xn вот это у нас получается знаменатель.
Это у нас считается бесконечно малая последовательность. BM мы называем ее сокращенно. И обратно, если у нас последовательность AN, я могу назвать ее хоть XN, последовательность AN 1 делить на N, не, получается у нас бесконечно большая, если мы говорим, это инверсия. Давай попробуем сейчас прочитать это определение. AN у нас. Так. Прочитает определение. Так, подожди. Если xn бесконечно большая последовательность. Квантовые мысли не проходили. Сейчас пройдем. А я не понимаю, что это за шестерка. Прости, пожалуйста. И буква А кверх ногами. Где именно? Там у тебя написано xn не равно нулю. Xn не равен нулю для любого. У тебя там не... А, там должен быть восклицательный знак, а не шестерка. Сейчас, секундочку. Вот здесь. Сейчас, секундочку, не проблема. Вот, смотри, вот. Сейчас. Вот. Я такой думаю, что это? Сейчас. Вот сейчас, сейчас посмотри, покажи мне, где, где. Ctrl-Z. А, все, теперь читаются. Угу. Так, а буква А кверх ногами, это что? Читается для любого. Или любой. Любой. Любой или для любого? Нет, ты не должна там писать неправильно. Двойку тебе ставлю. Ты должна здесь писать на доске мне. Ты должна писать на доске, а потом с доски переписывать. Мы же ведем полностью конспект на доске. Все на доске. Все, все, что я должен видеть на доске, все, что ты пишешь. Да. А потом мы переписываем. Специально у нас электронная доска идет. Да. Лучше можно писать текстом, это удобнее. Хорошо. Да, я только хотел сказать, где-то тут вот. Должно быть что. Любой вот. Для да. Любого. Спасибо. Пожалуйста, любой. Ctrl-Z откатывайся. Да, 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 да. Вот это любой для выбираю. Любого мы говорим, для любой, для любого, хорошо. Да, так, да, если x цельная. Для любого большая нас, да, смотри, xn не равен нулю для, для любого n, да, для любого n, прочитай так. Угу. То последовательность 1 разделить на xn, но бесконечно малая. Угу. И обратно, если an бесконечно малая последовательность и an не равно нулю для любого n, угу. То последовательность 1 бесконечно сейчас, сейчас, большая. Сейчас, 1 делить на, сейчас там пропустил, извини, да. Один делить на... Сейчас, один делить... Один делить на xn. На, один делить на an. An. На an. Да, там да. Мы на xn делим, здесь на an делим. Окей. Угу. Потому что здесь у нас одна все. Последовательность... У нас одна последовательность это xn, а вторая последовательность это an. Видишь, два товарища? У меня вот одна последовательность xn, одни товарищи, а вторая последовательность называется an. Я могу называть их хоть дядей Петей, как захочу. Вот у меня XN, да. А вот у меня АН. Две последовательности, два товарища, да? Ты в домашке, дядя Петя? У меня, кстати, да, у меня написано Uncle Петя. Смотри, короче, XN, АН, вот две последовательности. Я буквы любые вообще хочу, называю, как захочу. Хочу, здесь напишу все, поняла. Что хочу. Поэтому у тебя вот две последовательности. Далее. Да. Одна делится на XN, а вторая делится на АН. Хорошо. Далее. Идем дальше. Так, давай теперь изучим свойства бесконечно малых последовательностей. Вот это уже интересно начинается, потому что мы с тобой подходим к понятию, по сути, пределов уже. Свойства бесконечно малых, а потом мы с тобой сможем обсудить наши пределы. Интересно, я смогу это все вот так вот сделать в один слайд? Или это слишком будет жестко? Сейчас попробую. Ну, хотя нормально, да. Если что, потом сможешь это растянуть. Вот. Вот так вот. Читабельно? Да. Читабельно, хорошо. Мои разные бесконечно. Суммы раз бесконечно малых последовательностей есть бесконечно мало. Если ты попытаешься мне сложить... Логично. Если мне попытаешься сложить две бесконечно малые последовательности, то получишь бесконечно малую последовательность, да? Ничего не изменится. Да. Например, у меня будет две последовательности, там 0, 0, 1, там, запятая 0, 0, 0, еще один, там, неважно. И эту всю штуку сложу плюс такую же последовательность, да? Плюс 0, 0, 1, да. Там, и так далее, плюс там 0, 0, 0, 1. Хорошо. Таким образом мы получим опять бесконечно... Это все равно опять бесконечно малое. Хорошо. Далее. Произведение двух бесконечно малых последовательностей есть бесконечно малая последовательность. Ничего не меняется. Следствие. Произведение любого числа бесконечно малых и бесконечно малых. Да. Произведение uh-huh. ограниченной последовательности на бесконечно uh-huh. малую. Опа. Есть бесконечно малая. Да. Подожди, стой. Ограниченная последовательность. Какая последовательность? Ограниченная последовательность, та, которая имеет, стремится к какому-то пределу. Любое число, есть, например, любое число является, допустим, у меня последовательность из четырех. Ограниченная последовательность из четырех. Только четверками идет в последовательности. Это постоянная. А она является ограниченной? Упирается в какое-то число? Да, она упирается в число четыре. Она постоянная, не может. Ограниченная, да, еще? Да.
Так, а если последовательность 0, 0,1, 0, 0, 0,1, 0, 0, 0, 0, 0,1, это что за последовательность? Это тоже, она ограничена, она не постоянная, но она ограниченная, ограниченная нулем. Да, она ограничена числом 0. Хорошо, а если у меня последовательность будет там другого вида, если мы будем ограничены другим числом, она является, соответственно, ограниченной последовательностью, она будет уже ограничена другим числом, не 0. Любым другим числом. Миллионом, да, любым конечно. Числом. Да, она является ограниченной, неважно, как, неважно что. Главное, что она упирается в какое-то число. Если она упирается в любое число, да. Значит, она ограничена по определению. Она ограничена. Таким образом, когда то ты умножаешь я... мне вот это, что там умножаешь, да, или что там делаешь? Я умножаю ограниченную последовательность, даже если у нее лимит миллиард. На бесконечно мало, на, да? На бесконечно мало. А бесконечно мало, что последовательность? Куда она стремится? К нулю. Да, супер, идеально вообще память тащишь. Смотри, бесконечно мало, она стремится именно к нулю, молодец. То есть ты именно значит, умножаешь, которая стремится к нулю, и на другую, которая может быть любая, там хоть четырем, другая может стремиться к четырем, да? Окей, умножил, что получила? Бесконечно мало. Все четко. Это то же самое, как в начальной школе. Если ты умножаешь на ноль, ты получаешь ноль. Секстиллиард супер, умножаешь супер, да, на ноль, ты да, получаешь ноль. Ты умножаешь что-то большое на что-то маленькое, получаешь маленькое. Именно то, что ты нулю. Абсолютно. Тебя ноль зануляет. Да. Зануляет. Молодец, да. Я успею ввести даже понятие предела, и там закончим. Супер, отлично. Пожалуйста, вот я ввожу понятие предела число последовательности, поэтому мы с тобой потихонечку заканчиваем. Супер. Успели разобрать базовые темы. Таким образом...